Я уже украсила Полинину комнату. Это тебе. Блин, ты тупая, что ли? Столько подарков мне дорогих дают. Та-дам! Твое любимое шоу. 4 билета. Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать тебя на моем канале. Сегодня я снимаю суперское видео. Я так давно ждала этого момента, этого дня. Вы так давно ждали и просили снять видео именно в этот день, в день рождения моей родной сестры Полины. Сегодня ей исполняется 11 лет, и я подготовила для нее суперский подарок, о котором она не могла даже мечтать. Как обычно, в сам этот подарок входил огромнейший бокс. На этот раз он настолько огромный, и туда я поместила столько подарков, от которых Полина будет просто в шоке. Не буду говорить все крутые подарки, которые входят в этот бокс, но там есть iPhone 11. Это один из главных подарков, остальные говорить не буду. Но там есть еще те, о которых Полина очень сильно мечтала. А также в бокс не поместился еще один подарок, который я собираюсь сделать сегодня Полине. Это iPad mini. Она в последнее время начала ходить в школу с электронными учебниками, которые находятся в планшете, в моем старом и разбитом. Поэтому я подумала, почему бы и нет. А также в этом боксе будет тот подарок, после которого сбудется мечта Полины. Мне не терпится все вам рассказать, показать. Сейчас Полина находится в школе. Тоже отмечает там свое день рождения со своими одноклассниками. Тем временем я заказала Полине цветочки, шарики. Вчера целый день ездила по магазинам со своим молодым человеком. Купила для нее супер много всяких сладостей, конфеток, ежедневников. И очень круто сегодня украшу ее комнату. Если вы до сих пор не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь, потому что я обожаю делать приятные сюрпризы не только своей сестре, но и своим близким. А также я выпускаю еще более интересные ролики, так что вступай в нашу семью аракелянчиков. Нажимай на красную кнопочку, чтобы она у тебя превратилась в серую, если ты до сих пор этого не делал. А также в этом ролике я спрятала для вас 3 эмодзи. И если вы будете смотреть этот ролик внимательно, то вы их найдете, потому что я их очень хорошенечко так спрятала. Ваша цель — отправить мне их в директ в инстаграме. Если вы досмотрите это видео до самого конца, их найдете. Победители получают сигны, видео приветики. Я подписываюсь на ваши аккаунты и многое-многое другое. Смотрите это видео от и до, потому что Полина будет в полнейшем шоке. Мы можем начинать. Поехали! Итак, сейчас на часах 12 часов 45 минут. 17 декабря, день рождения моей сестры. Со школы она придет где-то часа в 3. И как только распахнется дверь в ее комнату, ее встретит огромное количество записок. Камера моя, айпады, боксы, всякие косметические принадлежности. Огромнейший новогодний набор с продуктами от Lush. Чтобы не растягивать это видео, и чтобы оно не получилось минут на 40, на 50, запасайтесь печеньками, вкусным чаем, я дожидаюсь Полину, и мы дарим ей подарки. Поехали! Только что доставили букетик цветов для Полины. Вы только посмотрите, какой он красивый. Я уже украсила Полинину комнату ко дню рождения. Подготовила все подарки. Шарики перенесла уже в ее комнату. Вот эти шарики. 3 сердечка. Серебристая, голубенькая и розовая. Полина должна прийти с минуты на минуту. И я ее очень жду. Увидимся с вами уже тогда, когда она придет. Добро пожаловать, моя именинница, которая в шоке стоит. Я поздравляю тебя с твоим днем рождения, очень сильно тебя люблю. Ждала тебя всей семьей со школы. Я просто в шоке, я даже сыну не могу сказать. Полина в шоке, потому что ее вся семья уже поздравила. И я для тебя подготовила особенный подарок, так что присаживайся поудобнее. Можешь проходить, смотреть на все то, да, что я для тебя подготовила. Цветочки, шарики, да, новогодний набор, Рафаэлки. Так что все, смотри внимательно. Такие цветы красивые. Вообще офигенские. Давай их отнесу, чтобы мы их не испортили куда-нибудь на стол. Я хотела такие попробовать с малиной. Да. Полиночка, что-то ты забылась, мне кажется. Тебе сколько лет-то сегодня исполняется?
11. 11 лет, Полина. Ты понимаешь, я люблю тебя очень сильно и поздравляю с днем рождения. Это все для тебя. Давай сначала тогда уж начнем с бокса. Конвертик. Да, я уже решила не прятать по боксу деньги, а просто положить тебе 10 тысяч, мало ли куда-нибудь пригодится. Не за что, Полиночка. Дальше смотри. Самая родная открытка. Угу. Давай, читай. Дорогая моя самая-самая любимая сестренка, хочу поздравить тебя с твоим днем рождения. Я безумно сильно тебя люблю. Все эти подарки дарю тебе с любовью. Давай скорее, смотри. Все подарки для тебя. Вау. Я знаю, как ты любишь неоновые цвета. Вот такая вот кофта в обтяжку. Офигенно. Да, очень крутая, да. Тебе ее на радио Kids носить. Будешь яркая выделяться. Дальше какая-то коробочка. Ага, как ты думаешь, что это? На букву П. Хорошо. Нет, ты любишь, это у меня тырило в туалет очень часто. Патчи под глаза, Полиночка. Спасибо. Самые новенькие, самые модные, нежно-розового цвета с запахом розы. Давай, не открывай, посмотрим потом в Инстаграме, ребятки. У меня, если что, сможете посмотреть. Убираем это лишнее. Ты обещала, мне же кисточки подарить, я купила. Да, кисточки. Это тебе. Это мне, да? Это тебе. Крис. Полина уже забыла про кисточки, мне кажется. Фиолетовый, самый новый, с максимальным количеством гигабайтов. 11-й айфон. Спасибо большое. Не за что, солнышко. Че, опять заплакала? Смотрите, у этого солнышка слезки на глазах появились. Откроем твой самый долгожданный подарок, Полина. Самый твой долгожданный. Открывай, наслаждайся. Самый любимый момент всех распаковщиков. Карина, я... Это вообще просто красота. Ну как тебе, Полина? У тебя просто эмоции, мне кажется, ты в шоке уже сидишь. Дай-ка я хоть посмотрю. Это прям такой, как я хотела. Да, такой, как ты хотела. Самого модного цвета, самый красивый. Та-та-та-та-та-та-та-там! Я тебя поздравляю, Полина, с днем рождения. Очень сильно тебя люблю, безумно. Давай, я отложу в сторону. Ты самая счастливая, я так понимаю, да? Давай его отложим аккуратненько в сторону. Посмотрим, что еще лежит в коробке. Кисточки. Кисточки твои любимые, да. Это... Инстакс! Инстакс! Да, это вот такой вот принтер Инстакс, чтобы печатать с Bluetooth фотографии. Самый новый набор. Розовый? Да, розовенького цвета, очень красивый. Дальше что там? Да, это стекло и чехольчик. Показывай, зритель. Вот такой вот прозрачный чехольчик с единорожками, с фантиками, с конфетками. Очень круто выглядит под Полинин телефон. И 3D-стекло. Суперское просто. Убираем опять эту пленку. Да, и все, смотри внимательно. Это от Андрея подарок. Прочитай на обложке, да, можешь открыть бантик. Андрей, спасибо тебе огромное. Я думаю, он бы сейчас сказал да не за что и поцеловал тебя в щечку. Очень крутая книга, чтобы ты стала просто офигенным видеоблогером. Не за что. Смотрим дальше, что так, там такое. Теперь это у нас... Это злобные статусы, чтобы ты их могла поставить к себе на стол. Вот такая вот, видишь, будет подставочка, похожая на календарь. Там будут всякие статусы. Ты будешь их выбирать по настроению. С пупыркой. Я знаю, что ты смотрела Adventure Time, поэтому... Я люблю пупырку. Да, тем более ты любишь пупырку. Gravity Falls. Да. Gravity Falls. Это тебе ежедневник. Блокнот для каракулей, марашек и почеркушек. Я очень долго его листала. Он мне безумно понравился. Он очень крутой. По настроению ты сможешь выбрать любую страничку. Это как Workday Journal. Знаешь, типа уничтожь этот журнал. Но тут по-другому. Типа всякие творческие задания. И дальше. Это последнее или нет? Это нет, это стоп, 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 стоп. Заранее я тебе скажу, что это не Louis Vuitton. Это просто как конвертик, я просто другого не нашла, он от Louis Vuitton. Но там лежит совершенно другое. Ты этому подарку обрадуешься больше, чем какому-либо другому. Даже айфону. В смысле? Открывай. Даже не знаю, что это. Открывай, открывай, читай. Инструкция. Нет. Ой, я как рада. Читай, Полиночка, ты сейчас все поймешь. Новогоднее шоу «Уральские». Это поход всей семьей на шоу «Уральские пельмени». Полина, твое любимое шоу, 4 билета я вручаю тебе.
Я мечтала всю жизнь, чтобы вы понимали. Да. Садись. Мы идем всей семьей, Полина, на это шоу. Карина, спасибо. Не за что тебе, дорогая моя. Хочу, чтобы ты поняла, как я тебя люблю вот этими всеми подарками. Ты мое солнышко, заплакала опять, что ли? И последний слой в этой коробке. Конфеты. Конфетки, да. Это, не знаю, что, сейчас попробуем. Ну, как я вижу, еду или что-то либо съедобное, я всегда это съем. Очень вкусные. Как я поняла, тут можно мешать вкус этих конфет. Посмотри. Это жвачка. Жвачка? Чтобы получить какой-то вкус жвачки, ты можешь смешивать абсолютно разные вкусы. Ты у меня постоянно тыришь палетки теней и все это остальное. Поэтому я дарю тебе нежных оттенков, очень красивую палетку теней. Офигенные тени. В школу можно краситься вот такими. Вот такими вот нежными. Нежными, а по бокам вот куда-нибудь на вечеринку, да. Вот такая вот прекраснейшая палетка с самыми необычными оттенками. Просто прекраснейшими. Держи и пользуйся на здоровье. Именно поэтому я тебе еще и кисточку купила. Не кисточку, а кисточки. Их там очень много. И маски, которые я люблю, которые для моей кожи. Да, маски, которые Полина обожает, которые конкретно для ее кожи. С запахом алоэ и лимончика. О, у меня с лимоном не было еще, да. Ну вот, попробуешь. Очень крутые тканевые масочки. Пряники. Пряники, да. Какой-то... Медовый. И дальше последнее, это... Настольная игра. Я тебе попозже объясню ее правила. Тут суть в том вообще... Сегодня поиграем? Поиграем. Что ты кидаешь кубики, и по этим кубикам, какие картинки выпадут, ты должна рассказывать историю. Например, тебе выпала эта картинка, эта и эта. И ты должна рассказать историю по картинкам. Прикинь? Это очень круто. И с боксом мы закончили, Полиночка. Ты хоть рада? Расскажи мне вообще. Очень iPhone новый. И поход на уральский. Карина, вот раньше ты не снимала вот видео с боксами, и подарки были скучнее, то есть они не оставались такими же, они не были хуже, но их распаковывать было скучнее. Да, теперь, когда я их снимаю еще на камеру, то это гораздо круче, да? Да, можно будет потом посмотреть, когда мне 12, 13, 14 лет будет исполняться. Да, это как ежедневник такой, да, специальный. Лаш, да, Полина, лаш. Вся эта прелесть специально для тебя, Полиночка. Открывай аккуратно. Та-дам! Это пена для ванны, масло для ванны, гель для душа. Да, наш любимый гель для душа с запахом соленой карамели. Также тут лежат три бомбочки, мыло для рук, всякие масла для волос, для губ, скрабы, медвежонок. Я это все уже изучила, когда тебе купила, поэтому я хочу, чтобы ты была счастливая в этот Новый год. Скраб для душа. Ну, на самом деле, мы с Кариной очень любим там набирать себе ванну по вечерам в субботу. Очень прям вот расслабиться и какую-нибудь бомбочку озвучить. Да не только в субботу, Полин, практически каждый день, поэтому бомбочек у нас с тобой супер много. У Карины есть отдельный ящик для бомбочек. Да, у меня есть отдельный ящик для бомбочек. Сейчас будет подарок, который увидеть ты совершенно не ожидаешь. Открывай вот этот ящик. Смотри внимательно. Карина, ты тупая, что ли? Столько подарков мне дорогих дают. Да, Карина, ты тупая, что ли? Кто-то любит ходить в школу с электронными учебниками. Ну-ка, покажи, кто. Я! У меня просто тот очень глючил, типа. Это наклейки. Не за что, Полина. Ты забыла еще вот про этот совершенно новый набор с помадами. Новогодний набор от NYX. А, он новый? Я думала, да. Это мойка. Да, да, да. Ты свой старый уже потратила, поэтому такой же новенький уже, как вторая часть. Ребятки, кто не знает, что это за набор, его нужно открыть. Вот так вот. И тут даты. То есть первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое число. И ты открываешь и получаешь какой-то сюрприз. Ну что ж, открывай iPad, моя дорогая принцесса, именинница. Да, он розовый, Полина. Ты счастливый, потому что ребенок в этот день рождения. Я же знала, о каких подарках ты мечтаешь. Открываем iPad. Та-дам! Вот такая вот прелесть. Скорее открывай. Вот такая вот прелесть, Полина.
Полина, я тебя поздравляю с днем рождения! Твоя мечта сбылась, во-первых, о новом айпаде, о новом телефоне, о билетах на шоу «Уральские пельмени». Понимаешь, тут у тебя всякие наклеечки, это из Gravity Falls всякие герои. Также тут бомбочки, деньги, малиновая Рафаэлла новая, вот этот наборчик с помадами от NYX. И вот этими всеми подарками, моя дорогая Полина, которая сейчас сидит в шоке и за весь ролик сказала только три слова, хочу сказать тебе то, что я тебя люблю очень сильно. Я поздравляю тебя с твоим 11-летием. Желаю тебе счастья, здоровья. Я твоя самая любимая сестра, которая тебя очень сильно любит. Все у тебя будет отлично, не парься ни из-за чего абсолютно. И настраивай свои новые гаджеты, новенький айпадик, телефончик, все это. Я даже переодеться, покушать не успела, уже так... Тебя забросали подарками, да? Я люблю тебя, Полин, с днем рождения тебя. И еще это не все. Вы спросите, зачем ты на свой день рождения в школу шла? Ты что, больная, что ли? На самом деле, мне Карина сказала, типа, ты лучше сходи в школу, потому что она будет мне вот это все делать, а не, это лучше, чем я буду в туалете сидеть полчаса и ждать, пока... Бывает такое, что я Полине что-то готовлю, она сидит, ждет в туалете или где-то в какой-то комнате. Поэтому я сказала, Полин, сходи в школу. И это не все, потому что еще 21-го я буду праздновать свой день рождения в студии Radio Kids FM. Да, Полина, очень круто отметить день рождения со своими друзьями. Я так говорю, наверное, уже сотый раз. Ну, блин, я так рада! Да не за что, Полин, я реально тебя люблю. Дневник, ты же знаешь, как я Gravity Falls люблю. Карина даже меня успокаивала и вытирала мне слезы, когда я узнала, что Gravity Falls кончился. Я посмотрела последнюю серию просто... Да, Полина обожает Gravity Falls, поэтому в честь этого я тебе купила еще ежедневник суперский. Ну что же, мои дорогие зрители, мы хотим сказать вам огромное спасибо за то, что вы досмотрели это видео до самого конца. Полина просто в шоке со всеми этими подарками, сейчас будет все настраивать, показывать вам. Я обязательно это покажу в своем инстаграме. Если вы до сих пор не подписаны, то обязательно подписывайтесь. Сегодня я сделала день вот этого прекрасного 11-летнего ребенка. Теперь Полина у меня будет счастливая с новыми телефонами, айпадами. Вот, спасибо вам огромное, ребятки. Если вы до сих пор не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь. Мы с вами прощаемся, спасибо вам большое. Всем пока!